Занесли песок, делаем подушку. 10 сантиметров подушка, подготовка к бетону. А перед этим сняли часть старого пола и убрали грунт. После подготовительных работ здесь, в подвале поликлиники, с которого и начали ремонт, установят дополнительную железобетонную плиту и колонны. Старые стены убрали, старые коммуникации убрали. Сейчас проводим все новое. Занесли песок под стяжку бетонную, сделаем стяжку. Потом перегородку делаем, поднимаем колонны. Усилят конструкцию стенами, их сделают из кирпича для большей надежности и покроют специальными свинцовыми плитами. Новый немецкий томограф, который приедет в Реутов в середине декабря, весит 6 тонн. Выдержать такую нагрузку нынешнему полу не под силу. На первом этаже, где разместится медицинская новинка, тоже идут работы. Бригада из 7 человек сломала стены. На следующей неделе приступят ко второму этапу. Помимо 7 человек, которые мы занимаемся общестроем, усилением и монтажом перегородок, у нас есть еще монтажники электрики, слаботочки, они подъедут уже в процессе, когда будет уже закончено усиление, перегородки, они подъедут, будут коммуникации проводить. Ремонт в детской поликлинике проводят в рамках госпрограммы развития здравоохранения Московской области. Деньги выделены из областного бюджета. Только томограф обошелся почти в 30 миллионов рублей. Его, кстати, уже купили. Еще треть этой суммы потратят на работы. Для нас это важная работа, потому что это первый МРТ, который в системе здравоохранения города у нас здесь появляется. У нас появляется возможность использовать его не только для нужд детской поликлиники, в которой он непосредственно размещается, но и для максимальной загрузки для наиболее эффективного использования, конечно, будет работать на все медицинские учреждения города и по направлениям бесплатно, по назначениям здесь наши жители смогут получать необходимые МРТ-исследования. Кроме капитальных работ внутри, детскую поликлинику ждут и отделочные работы снаружи. Уже в декабре у детской поликлиники появится еще один вход. Он будет располагаться с торца здания. Это сделают для удобства маленьких пациентов. Так попасть в кабинет МРТ будет гораздо быстрее. Ремонт в кабинете МРТ и в подвале поликлиники должны завершить к середине декабря, после приступить к установке томографа. А первые исследования пациенты смогут пройти в январе будущего года. Ксения Казакова, Александр Попов для РТВ.